Приветствую вас, дорогие друзья! И снова в нашем видео Grundseeler Body 970. Материал уникальный, потому что только этот продукт может иметь адгезию на неотшлифованный ЛКП, и грунт прозрачный. Сегодня мы будем его использовать для частичного грунтования мокрый по мокрому, частей бампера, которые постоянно находятся в зоне летящих камней из-под колес. Грунт содержит высокое количество смол, поэтому он прочный, и для данной работы это наилучший выбор. Грунт обладает отличными изолирующими способностями и очень высоким сухим остатком, за счет чего им можно работать мокрый по мокрому даже на риске P320 на лакокрасочном покрытии. Но в данном случае мы отшлифовали поверхность абразивом P400, сделав плавные переходы на лакокрасочное покрытие. Используя мерную тару, смешиваем грунт с отвердителем Body 729, после чего добавляем 20% разбавителя 740. Обеспыливаем деталь при помощи липкой салфетки и затем на открытые участки пластика наносим праймер. Выдержка перед нанесением последующих продуктов 10 минут. Через 10 минут после нанесения пластик праймера наносим Grundseeler Body 970 в один слой. Вы только что видели технологию нанесения, а теперь я вкратце расскажу о ней. Несмотря на то, что Grundseeler имеет отличную адгезию на неотшлифованное лакокрасочное покрытие, перед нанесением на бампер открытый пластик необходимо обработать праймером. Грунт прозрачный, поэтому он не меняет основной цвет подложки, и расход краски, чтобы укрыть ремонтное пятно, будет минимальный. Наносится идентично лаку. Абсолютно гладкое покрытие и нет перепыла по краям. После покраски это пятно не будет заметно, даже если мы использовали бы и серебристую эмаль. Теперь перед нанесением эмали нужно подождать 30 минут и окрашивать бампер. Окрашиваем деталь по стандартной технологии. Сначала наносим базовую эмаль до полного укрытия, а затем покрываем все лаком Body 698 в два слоя. Наша работа завершена. Использование Grundseeler Body 970 для частичного грунтования мокрый по мокрому с последующей окраской делает процесс очень простым. И справится не только матерый опытный автомаляр, но даже и новичок. Грунт не вызывает оконтуривания по границе расшлифованного участка. Лак на загрунтованном участке блестит великолепно. Результат отличный. Если у вас еще остались вопросы по технологиям, то пишите нам их в комментариях, мы ответим на все. На этом ролик подошел к концу. Всем всего доброго, всем пока!